43-летняя Анастасия Волочкова, известная любительница банных процедур. Из-за мороза бывшей приме Большого театра пришлось взять в руки топор. Волочкова после бани собиралась окунуться в купель, но вода сверху полностью замерзла, превратившись в лед. Артистка нашла выход из ситуации. Балерине удалось топором проломить слой льда, после чего она смогла окунуться. Ледяная купель Волочковой, лаконично отметила Анастасия в Инстаграм. Поклонники оценили поступок балерины. Настенька, вы супер! Мужика, что ли, в доме нет? Сама топором работает. Итак, еле живая, класс, но я бы не решилась, Анастасия, вы просто супер. Только вы так долго стоите в купели. Вы не простудитесь. Берегите себя. Не женское это дело, лед рубить, брррр, уже холодно смотреть, написали фолловеры. Анастасия порадовала подписчиков и фирменным шпагатом, которым она измерила длину своего хамама. Блондинка сделала поперечный шпагат, полностью покрытый лечебной грязью. К счастью, кроме лечебной грязи, никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею, философски заметила звезда. Недавно дочь Анастасии Волочковой после разлуки поддержала ее в счастливый день. Балерина высказалась о женах мужчин, которых она увела из семьи. Блондинке удалось заметно похудеть.